Куда вы, блядь, побежали? А куда мы идем? Мы идем делать следующее. Я чихнул. Кто еще раз нахуй уснул, блядь? Да. Спрятаться надо вообще. А где ты рекаун такой взял, что у тебя есть исцеление плачами вот это? Healed and Absorb, надо скачать дополнение до рекаунт. Заходить на вор или не надо? Нет, пока. Хотя да похуй, так быстрее будет. Ну да, пофармишь на это. Когда? Да ему и не нужно, но... Ну репу тогда чё? А, ну да, кстати. Только если репу, да. Хотя не, вот да, тебе тоже нужно. Ремешок купишь, блядь. Не, я хочу с 25. Топ, блядь, с меткостью. У меня меткости и так. И пока его, блядь, за... 15%. Нахуй нам не надо. Ханту 8 надо. Все тут? Они 5. Ну, с учетом таланта. 5 дает талант, и 3 еще так добрать. Эх, ай, не знаю. Че, все, гу? Лимон, войд. Закончился. Поверку сделайте. Кто пошел? Даже срывать не буду. Войд. Лимон, на кого, кого ты сахарил? Кого? Кого ты сахарил? Никого. Что ты пиздишь, на тебя Агрона? Он нам толстяков напугал. Нет, вон Валька летит. Какая Валька? Нет, нет, не Валька, но не сахарил. А просто так для усиленных нам летело? Охуе, короче. Танчики, танчики, слушаю, ходите. Перед лицом не стойте. Крикс, давай завтра хотя бы на 3 сундука соберем. Ничего не обещаю. Раз. Ну, ты можешь сам собрать, я с тобой пойду, я не хочу играть. Верните. Нахуй, блядь. Мосы заберите. Пока забери с мосы. Да, блядь, всех агрите, я же не хочу взорвать. Я одного стаунтил с тебя, а второго... Ну тебя можешь напулить хотя бы?
есть макросы через руник на ДК? Чего? Никаких макросов тут нет с ручками. Тебе надо это, макрос сделать почти на все скиллы, которые ты дамажишь. То есть на ЛП, блять, на удар чумы и т.д. и т.п. на кровавый удар, блять, удар смерти, макрос через руническое оружие. То не руническое оружие, блять, рунический удар. ЛПшка и рунический удар у тебя вторые по агро. Ну, первые и вторые по агро, главные сам. Диспел на лимон, блядь. Войд ману зали. Забери. Помянем? Да не, я притворился. Просто здесь помянем. Просто этот скилл. Во. Диспел. Лимон диспел. Пристань. Что я вам ДЦ есть? Его диспел не сработал сейчас. Его диспел надо только давать масс диспел. Ой, ешка. Загрызут. Обещали еще подумать об этом, что этот вести, что весь трэш, который мы убьем, типа, со всего трэша, должен быть лут в одном мобе. Чисто убиваешь весь данж, а потом в лече лут. А если не прошел, ну... Нет, именно пачками. Лутаешь, а там 140 этих зеленых шмоток, да? Просто уже у всех сумки переполнены. Ну еще пошли. Не пуляйте, ты шмана. Три саранита, блядь. 10 осколков, на. Мечтай о 10 осколков. Да мне похуй, у меня 21 уже. Мечтай о чешке, нахуй, до Шаймана. Да похуй вообще. Да что? Шаем на горизонте, блядь. Он тебе нихуя не даст так же, как я, это не даю. Это даст. Рыжий топор. Диспель лимон. Стой. Опасная собака, ей будет. Сейчас поставим нормально. Ну что, повторим вайп на вонючке? Это ебал, не было у нас вайпа. Смотри, держи. Смотри, дамаг не проходит, если сюда за стенку ставить, где медведь стоит. Слышите, ебать? Алло. Чего ты ему мои фишки рассказываешь? Крик, блять. Все, пока. Крикс тебя не бьет? Не. Ну все, нормально тогда. Я не живущий. Так бежу по вагище. Бля, там эта хуйня пришла. Вон, я смотри, сбоку. Как я его так, на. Ты с ним развлекаешься. Еще могу и вихрь дать, надо. Сбил косты все нахуй. Я бы даже с молотка ебанул. Так, а, мы 400 так поменяемся. А, минус хил, блядь. Мне 5 стака. 6 стака. Похуй. Живи, блядь. Там сейчас добьют. Давайте. Исправно. Ой. Захуяли, не пацаны. Сбери эту куру. Любовь. Да, она мне вроде. Пруф такой смешной, блядь. Ты что так он говорит? Нет, вы убили, вонючий. Так это не Пруф же говорит. Пруф?
Даже? Сука, постоянно. Да. Постоянно, блять, забываю очарки на пушку. Я долбоёб, да? Да. Отхитите его пока. Отхитите его, блядь. Чё, тебе не нарыпали? Да. Уже ебаным. Ну я топчик же. Сука, пахнутая хуйня, блядь. Ебаные метки на меня. Типа собаку все. Не хочу бегать туда, блядь, килам наебался. Я, блядь, подтягиваюсь. Все равно я у собаки за спиной стою, блядь, ну. Йоу, я Наруто Узумаки. Йоу, собаки. Моса тоже здесь. Ростов, Москва и Екатеринбург. Ширикруг, Батуха. Давай, делай. Забери в бокс. Тут что-то походу меня хилить уже не могут. Там мне 10 так. Да. О. Ну, все, нет, так. Здесь гуф, акан, наганна и 5 плюх. Идите, агрите. Я дам штан. Конкили, ты снял ловушки? Давай диспель ловушки нахуй. Так зачем? Боешки не будем фармить? Будем. Души. Души с них не падают. Души нет, а боешки да. Конкили, ты спиздил у меня ленточку. Я тебя запомнил, сука. Каску. Че, я говорю, прошел игру. А как убрать нахуй луду? У меня, блядь, стиметки ебаные. Активируйте там второй пак. Кто-то в инвизе пройдите направо. Как они называются? Вот эти вот сурфаны. Как ее убрать? Мне тоже такая хуйня в хиллбой. А как убрать тогда? Никак, нахуй, релогнуться ли тут еще. Либо умереть нахуй. Где там пачка вторая? Где пачка, я лом. Да они боятся исследователи там сагрить, походу. Не, ты не переживай. Я уже сагрил, да? Я не переживаю. Да. Вообще. Ах ты сука. Дисплейте паладина, блядь. Мас диспелом, нахуй, уверен. Мы же, надеюсь, на проф не пойдем? Пойдем. Мысли. Какого профа, блядь? Мы не умеем профа. Ой, сука, я как вспоминаю последний рейд нахуй десятки, блядь, с Вириндалом, блядь, шаманом своим. Испал. Испал. Че, на боешки падают, ух. Зеленка, нормально. Разбогатеем! Да уже две зеленки за ней добывают. Богатый теперь. Мощный. Иди ка сюда. Давай мустан. Че, кто-то лопатой поебалу получит. Если бы у него еще лопата была в руке, он бы вышел. Моби, помнишь эти нахуй скелеты, блядь, ямины? Они с лопатой. Да. Вот это ударные вообще тела, блядь. Шафл. Я там, короче, про товаром кончил, блядь, когда одевался. Какой, блядь, чё, кого нахуй. 200 там нового нахуй. И
короче, бислить тебя заставлял, прикинь, на 200-й там капы, хуяпы. Мне еще кажется, короче, нельзя собирать на Фурика 100% КПРП. Потом у тебя где-то руки пропадают в жопе. Может, это в тебе проблема? Нет. Ну смотри, у меня на варе 100% РП, и он вроде домашний. Странно. Проблема в том, что в прошлый раз, когда у меня было 100% РП, у меня даже при минимальных проках был минимальный бурс 20к на Суркина. В этом рейде у меня максимальный бурс 19к нахуй. И на остальных боссах 18-16, блядь. Помянем. Ну какой-то стат уменьшился, может рок, рок не такой. Да, статы наоборот увеличились. Ну разве что мне горка так сильно, блядь, повлияла на то, что я ее скинул. Дайте, пожалуйста, это. Дайте, пожалуйста, что и все. Так, к девушкам обращайся, дайте, пожалуйста. Дай. А что, ты Ефрема этот запекатывал, нет? Какой Ефрем, блядь, почему? Ефрем, блядь. Дайте каску. Кому? В рейд пишите. Павару. Там, походу, всем нужно. Есть лапу, блядь. Ты просто на кого? Всем, походу, нужно каску обновить. Дайте каску. Хуйня на варе, крики. Просто хуйня. Пошёл нахуй, блядь. Слышишь? Его, на кого бог пошёл, просто тыкнул хилбот нахуй. На каску, блядь. Дал, блядь. Такое ещё говори, блядь. Алло, блядь. Косолапое, нахуй, чудовище, блядь. Чё, блядь? Дайте лапу, ну. Да, блядь. Мишка, дай ему лапу. Короче, Мишка. Какой это... Держи краба. Инту, блядь. Инту не я буду все по очереди кидать, на. Какую, блядь, инту тебе? Ну, хорош, на. Ты чё, вар, что ли, инту тебе кидать? Я хуже, я в душе. На варов не гони, у варов у меня устой... Чё, хочу, спросим, одну под босс и всё? Чё в одном подбоссе? Нихуя, блядь. Играем нормально, блядь. Ага. Три подбосса, четыре в сторону, нахуй. Одну в Долоран, нахуй. Не, ну просто под первую спору все сбегают с подбосса, ловят, потом не сбегают. Он никуда не сбегается, по спору рыбу он просто... Всё делаем по обычной тактике, нахуй. Одна в подбоссе, вот и всё. Все в квадрат бегут. Все, кроме меня, я тут стою вечно, нахуй. Подошли башку от меня, блядь. Вот это сами. Да тут до пизды как стало. Про пражинку сами скажете, когда ее дать, я... Так перерыв же был, какая атака? Какой нахуй перерыв, блядь? Я, блядь, забери! Ну чё, гоните, какой перерыв, блядь? Мишка! Ники на Бену! Ты нахуй меня вырендал, блядь? Чё? Чё, блин? Ко мне сбежали с РДД, хилы. На тебе метка захилилась. Хуй там, а не метка. Ко мне, блядь, заражение, на. Цепаки пошли, блядь, чё за хуйня? Отойди от меня, приз. Я просто, насколько я понимаю, я не получил дебаф от... Слишком далеко стояли. Так, Войд, заливай ману. Пизда, у тебя маны вообще дурно. Я сам охуел, блядь. Смотри, ты этот, гимн с тотемой, со с тотемой синхронизируй, а то пизда, блядь. Так, где он? Моса, заливай ману. Быстрее. Дашь быстрее, ДК теперь ТТМ нахуй. Ту, блядь, ТТМ. Этот нахуй. Гимн на ману читай. О, он тоже вспомнил. Чё там? И это, блядь, еще 60% плюс. По пражинке предупредите заранее, что. Лимон флешками попробуй ДК подхилить. Там сильно пробивает.
Я его прохилил, я по мане сел по одной причине, что тут постоянный дамаг. У меня щит слетает. Сейчас я тебе скажу, как он давай. Детка, не дожди. Так, давай прожим, давай. Рано, блять. Не, нормально. И тебя не под дефитрит еще. Че я забираю? Да блять, за что? Ну все хорош. Давай рейд меня. Мана пизда у тебя, просто пизда. Да на этом боссе нахуй, тут весь дохуя макс урона, блядь. У меня щиты слетают, на. Ну хиль, ёбаный ты говори. Так подожди, у тебя же ман наоборот до хрена. Нет. Надевай. Если я буду обновлять, я буду КПТ проебывать. Лимон, щиток, дай мне. Водный щит, если будет просто. Блять, я знаю, что мне делать. Учитель от бога, ну. А мне газ. Так, Лимон, давай кап. А хуй вы со спорами избегаете? Мне убьет. Сколько секунд у тебя до капа? 30 секунд осталось. А, ты про что, про стаки? 15 секунд. 15 секунд. Ну все, дал прижимку. Да вы вообще добить должны. Да. Я рот ебал от игры. Чтобы не проще было скидки. Чё, забирать? Если хочешь, забираем. А тебе хилить не надо уже. Да, там типа добили бы и так, зачем я забирал. О, да, кольцо. Да. С энтарегом ещё и нихуя. Что за хуйня падает? Просто жесть. Чё ты там, Лекс, пишешь? Чё игра говно? Сколько раз на тебя плюнул? Да, блядь. Кранку утоните. Кран. Так мы на права всё равно не идём, зачем? Почему? Идём. Идём? Слушай больше. Какой нахуй? Кто, блядь, сказал на профа не идём? Земля на мой. Скажи, Лекс, Лекс, ну ты понял, да? А я в клубе люблю сидеть. Так, чё там, кого? Там всё ровно было рассчитано, Лекс. Отъебись. Чё, я вожу, ты моб, ты босса танчишь? Правда, Лексу, походу, придётся зайти на этого. Я хуй знает. Он всё равно проб закрыл, он опять из Улджин закрыт уже. Да мочи, это чё босса? Я, блядь, спасла кого. Давай. Я бы же сам ложился спать, нахуй. Давай, давай. 20 секунд подождём. Чё? 20 секунд подождём, у меня бурсты, короче. Какие бурсты в пизду, давай пуляй, нахуй. Ебать, время пиздец, ребят. Ну, ДБМ Култон, я не знаю там чё. Все под босса встаньте. Просто пуляй, просто ЛП нажимай, всё. Босса нет, это билеты нет. Где нет? Без них. Да это залупа, ребята, блядь, приходить на босса и стоять, хули стоять там, блядь, надо бить трещины. Мы же все-таки хотим, блядь, время освободить на себя. А ты, блядь, пиздец. Мне охота же по 5 часов в рейдах сидеть. Короче, что можно? А что за хуйня, слышь, что у них таунтится, слышь, что у них? В обычке они таунтится. В десятке, ты хотел сказать, потому что в обычке 25-ки таунтился. Не таунтиться, смотри. Возможно, не а это раз на раз не приходит, как? Не-не-не, он в обычке таунтился, вот в 25-ке. Неплохой, короче. Я, короче, шел в испуганный. Ну, там, это самое. ДК. Два декана, что-то еще.
Или Мишка, там Мишка. Чините, ебаный подавец. Спирендла, блять! Ману дай. Сейчас, бля, немножко отбегу. Сук. Педрила, иди сюда, на. Короче, понял. Я там таунчу, ну, стою такой с слизнём. И маленьких подтаунчиваю себе такой хуяк. Стаки накопились, такой взрыв нахуй. Я говорю, я скажу, типа, ну прям он еще был. Ну там старик говорил. И какой-то дурак говорит, Диси нахуй. ДК дурак, типа, нахуй. Вот этих таунтит, говорит, блядь. Этот кричит. Ебать, говорит. Я говорил, блядь, забирай только большие. Сука, я не понимаю логики, нахуя. Если можно стаунчивость, блядь. Взрыв там. Ну его сведить, ну вообще, блядь. Ну надо нубом быть либо больше. Пизда, не сдохните. Улы. Приста, да диспель ты нахуй, что ты смотришь, блядь? Диспель. Ты че не проще диспель? Ты имеешь в виду, что ты хочешь сводить мелких к большому, что ли? Сука. Проклятие ты не захиливаешь, что это за лупа, блядь, люди чуть не падают. Сейчас взрыв будет, ну. Я скажу, когда бежать. Я не прятку. Стойте на месте сейчас, ну. Побежали, блядь. Просто с места своих отошли. 10 метров. А мне не нужно было, да, бежать? Надо было. Надо было. Люди гибнут, блядь. Вообще, ну не настолько, типа, блядь, ты еще бы в Долоранс не бежал. Ну вот, ну понял, ну я, короче, я не понимаю, блядь. Он говорит, не диспелить. Не, на самом деле, блядь, настолько тут все просто делается, что даже если диспелить каждую вот эту хуйню, то вообще все зайдет. Что за гад, не знаю, я никогда, я был, блядь, противником того, чтобы, сука, мелких слизней, блядь, сводили с большим, на. Меня сразу, сука, перекривляет, нахуй, я хочу этого человека теперь, нахуй, это сходить. Ты знаешь почему? Это потому, что у тебя заточены, вот, где ты играл, где ты начинал, там рейды, рейд-лидеры, люди, блядь, мозги их заточены на то, что, типа, взрыв слизня, это все, это пиздец, вайп рейда. Я объясняю же, блядь, этот взрыв и вейдится, ну, блядь, ну, палец о палец надо бить, блядь. Просто твой. Вот где ты стоишь? Нет, я просто заточен по то, чтобы делать ачивки. А, ну ачивки это другое дело, нахуй. Просто, блядь, в гере, если вы понимаете, нахуй, в гере, там 75% от хила срезается. И там надо диспелить, нахуй. Если там не диспелить, там всегда придет. Там просто. Ну, маг. Че мы стоим, нахуй? Где маг? Выходите все. Да здесь я, идите. Ну постреляй еще. Не побьешь, а постреляешь. Понял, Лёк? У него этого старика, у него, короче, плюс 9 от Москвы. Вот у меня плюс 4, у него плюс 9. У меня было 9 часов, у него 2 часа ночи. Плюс 9 от Москвы? Что, с Америки, на? Да нет, с Востока. Ну там где-то Камчатка. А что не Сибирь? Не, Сибирь плюс 4. Плюс 3, плюс 4, плюс 5. Из-за этих ебаных багов с меткой, нахуй, я не видел, как я умираю, нахуй, на этом. Ты попробуй релогнуться, потому что она правда исчезнет. Ну-ка, я релогнусь. Ну, я прожму выход из мира, блядь.
Ой, блядь. Считай плюс 4, 5 утра на. 4, 5, 10. Антрон Квилити в туалет хочет. Суп, что ты такой. Бутылку берите в рейд, нахуй. Может, год завтра до фанона. Ты хочешь, насколько? Надо днем. Даже плюс 5 будет. Плюс 4. А что, что завтра за РТ будет? Или завтра не будет РТ? Не договаривались. Никто ничего не говорил. Завтра либо за, либо целка, либо хуй знает. Сходить, как вариант, можно сходить. РСК. Смотрите. РСК с Андролом чешки мили на меня. Смотрите, вот, вот сейчас мы имеем ситуацию такую. У нас есть те, кто в воде приедут, те, кто завтра будут ездить. Вы договоритесь и поставьте в сообщение дня. И поставьте РТ под себя, если вы хотите с пугами собирать, если вы будете собирать, если вы уверены в этом, то поставьте и людей из гильдии подтягивайте. Второй РТ, ну, лишним не будет. Просто дело в том, что я с Медвеем на воскресенье, мы ничего стабильного не соображали. То есть у меня в понедельник с утра работа, поэтому на воскресенье до поздна не буду. Вот. А в понедельник, ну, там Гера. Ну, в Кару Гера тоже нормально, я бы тоже сходил. Что не, Кара Гер, нахуй мне нужна. Ну как, нужна, ну так. Похую, стол, печеньки, топ триня. Говно. Да, печеньки похую, у меня мультизар не убит. Такая же хуйня. У меня малыш убит или не убит, и только, я блядь. Я не понимаю, вот ты лобнулся, а эта хуйня все равно висит. Может, может искать ошибки, но тогда будет 30 минут маски, слышишь? Да тогда на его нахуй. Что там, давайте пулять, что ли? Тогда лучше на перерыве где-нибудь переломнись, там, с Андреем. Где я тут? Так чё, кто в Паганище, кто в этом? Якудза, где умеешь танчить? Я в Паганище, блин, идите в жопу. Я танчил профа. Да, по-любому. Профа под колбой. Я помню. Нам пизда. Я думаю, большинство, то есть, чтобы больше народу попало в гер, лучше в за. Какой за нахуй, я не умею ролить за, мне похуй. Лимонно. Лимон, сука. Я медведь люблю пиздеть. И еще пиздить. Сука. Диспель, диспель куклу, кто быстрее умеет. Быстрее, быстрее диспель, быстрее диспель. Куклу. Лимон, диспель на куклу. На, блядь, она смотри, не диспелится. Смотри, она стоит, а я вот он бегаю. А, потому что ты скиллы жал, блядь, когда я прожал, нахуй. Скиллы? Ложимся, да. Нахуй. Диван, кинь на кого-то, лимон. Да, ложитесь. Да вот кинь на меня. В эту же лужу заходите. Кукла кинь стоит. На меня диван. Нельзя, блядь, нельзя лимон бить, короче, профа. Пока в куклу не превратился. На X1 тоже хуйня это багалось. А вы еще били или что? Ты бил. Ты бил. Ты не должен... Да. Ты не должен бить проф, пока не превратишься. Скиллы, иначе багается хуйня эта. Не знаю. Не знаю, как я... Любые его... скиллы просто стоишь. Даже прыгать нельзя иногда. Не, насчет прыгать не знаю. Я прыгал, а вот бить что точно проф не надо. Не, я забыл, вроде, блядь. Вроде нажал, нахуй. Оно черное вот это появилось. Два раза тоже не нужно, закладываешь. Там типа как кубы бывает, багается. А может быть, что я в форме медведя был из-за этого? Возможно, в форме медведя, блядь. Ты гонишь. Не исключено, форма медведя запрещает превращение. Может. Попробуй в друле выпить. Прыгнешь в мишку, слышишь? Я в змея буду выпивать. Войд. Чёрт. У тебя включена мемность? Нет. Включи, блин. Ну ты там больше. Я же заебал с памяти, я тебе сейчас через выпишу, сука, блядь. Поможно, нахуй. Ебать. Пошлите, может, убьем принцов и Валю хотя бы. Каких нахуй принцов, какой Валю, блядь?
Мы профа ложим, блядь. По четкому. Блядь. Мы тогда, блядь, в хуёвом рейде, хуёвом шмоте, блядь, профа второго трая убили, блядь. Я вот лежу, у меня на полу вот этот молоток, нахуй, на нем мангуст, понял? И он сверкает, короче. Даже приближу сейчас камеру, да. А нахуй я шаманом целка десятку обычку хожу? Тут нихуя уже не падает. Кольцо упало, ну, блядь. А, плащик надо, нахуй. Надо плащик, сука. Говдо. Я его даже бы пиздил из какой-то. А, это за все целка? Сейчас я буду в форме крокодила, нахуй. Сука. Ты еще тремя кусками, блядь, ёпта. Дочь самурая. У меня и 2 ТГ есть. Я тоже на боссах меняю, нахуй. О, я понял, что надо. Транквил, давай вставай. Чё там по рыбе? Танквилити. Он же писал, что срать уходит. Есть у кого-то красный камень? Быстренько посмотрите с собой, есть? Могу страхолит подарить, хочешь? Хорошо, что выложил перед рейдом. И у меня страхолит валяется. Не-не-не, надо красный. Ну так он красный. Багровый. Нет, он фиолетовый. Ну я говорю, он красный, наполовину. Багровый рубин, блядь, надо. А мне даже камень не дали, блядь, с этого. Квеста, блядь. Если мета не пашет, то фиолетовый тебе пойдет. Че, ты вот не идешь в 4 куска, ты 4? Короче, я 2 Т10 на Т4 одел сейчас. Это вроде еще получше потрачу тоже. Ну 4Т4 там, наверное, еще круче. Ну вот так пока погоняем. Транквилити, блядь. Вы там, блядь, не сильно не орите, когда я нахуй ничего не вырублюсь, нахуй. Время трая, блядь. На клаве усну, блядь. Жрите рыбу. Я думал все, зачем мне это кольцо выпало. Оказывается, с меткой. Я теперь думаю, зачем мне это кольцо нахуй надо было. Парня, кричи постоянно. Ну как, пол будет. Да, не забывай это. Стой, стой, от меня атаку спекаюсь. Стоп, на. Чё такое, блядь? А, мана. Спекаюсь. Я тебе говорил, блядь, рыбу жрите, нахуй. Чё вы проёбываете-то? Я пожрал. Инту бабна. А, ты фаер спихнул. Чё вы там готовы? Вот зачем ты гоблин делал? Инту, сука, бафните. Какую инту? Да, инту не было. Тебе инта. Ах, на кричи. Хорош. Это знак. Слышишь, надо спать, да? Скоро зеленый. Сука, на мне нахуй. Угу, минус. Не, проф в такое время хуйня делает.
Давайте нахуй бейте, ебать. Ничего, сука. БР по транквилити. Мосса. Красного. Куда ты, сука, убежал? Еще два рана нахуй побеги. Переведите быстрее на. Блять, не успел на. Смотри, с мамой там осторожно, вот такие фазы. Что-то я ничего. Да, я переходка нормально. Что? Это еще откуда? Осторожно, пельмени. Пельмени. Колбы там. Вот куда он заезжает? Пельмень. Масса мана. Красный. Блять. Сорян. Три секунды. Не успел. Так они, блять, он их как-то уебански кидает вместе с Резняком. Не, еще нормально. Сука, вы чё, блядь? Блядь, а блин, блядь. А Лимон, ты... сука, ты чё, дебил, на? Чё ты творишь? Не успел бабл нажать. Какой бабл, блядь? Ложимся. Диспауна, куку. Вот, сейчас красный будет, сейчас его лицом поймаем. Мак, а ты в курсе, что ты можешь блинку мульти от зеленого? В курсе-то в курсе, но если все собрались, и до пельменей далеко. Ну а то, что мы его могли добить без срыва? Сейчас добью. Он у нас бьется два раза минимум. Виллендом, делай шипен. Что отказываешься? Это комментирует. Лимоны, блять. Нахуй вы сбегаете к зеленому? Походу уже все спать хотят, на. Это чтобы бить его. Ты предложили, пошли принцов и Вальку. А завтра добьем. Ну, завтра Лек спрос на Вара зайдет. Вопрос, во сколько завтра? Ну, днем. Во сколько? У меня не будет. Мастера не будет. Ну, если я не проснусь, конечно. Если проснусь, то буду. Где-то в 3. Не, не в 3, в 4. Ну пиздец, ты спать. Я сплю, потом иду еще на работу, делаю одну. Шабли, сагри, еще Вальку на. Ебать, она залетела. Я хуй знаю, блядь.
я бы уже... пошли на принцов, нахуй. В натуре, бля. Бля, на приколе, бля. Принцов, Лану, Вальку. Хотя мы можем убить эту хуйню. Ну, на Лане обострёмся, нахуй. Не, на Лане, если будем бить по тактике, нахуй, Хэма, то нормально. Да вы хуй. У меня клиент проедет. Не захилите, нихуя с ним. Я захилю, да. Пусть сука, неплохо. Дай ману, захилю. Дай ману. Да. Ты думаешь, я нахуя в рейд брал того друида, блядь? Ну так я танк, мне, блядь, проблемно это делать. Я, блядь, все нахуй просчитываю, блядь, куда ты можешь давать. Только не прочитал, как ты с куклы ее будешь давать. Че, а че, паладин? Офнулся клиент. У меня клиент завис. А, я думал, стыдно стало, вышел. Из-за чего? Всема бывает, бля. Чего не прибегает к битве? Я, говорит, баба у него успел прожать. Так, секунду, даже не было. Посмотрите, у нас вар есть, у нас есть рога, у нас есть пот. Мы можем подбегать и бить его. Если мы четвером подбежим, мы получим по 25% урона и нанесем больше ДПС, чем если будем стоять. Когда, на кильдонасить, пока... Согласны? Не, у нас постоянный рейд. Согласен, Войт. А, фу, блядь, будет на лимона, знаешь? Ну окей, тогда буду, блядь, дрочить в этой дезоне. Знаешь почему, блядь? Потому почему? Что нахуй ваши 4 тела вас нахуй ваншотнет. Вот, блядь, сука, трэш. Почему нас ваншотнет? Урон делится пропорционально. Смотри, если... С ДЦ, я блядь, один... Ершамой, на который вас, блядь, не прохиливает. Вас, сука, шотнет, блядь. Я это другое хотел сказать. Двое по 50% урона. Трое по 33. Четверо по 20. Соответственно, у нас 4 милика, если мы четвером побежим. Сука, мы когда потеряем вас 25% откинет даже 4 миликов, я вас, сука, не вытяну в соло, блядь. Еще раз повтори. Диспел! Ну, чтоб ты понимал, я в жуке бегал все время. Да не знаю, нахуй. Я тоже в цепях стоял, нахуй. Пысь, ты не знаешь, что такое массовое рассеивание? На вас весь треш побежал, нахуй. У меня нечестивый удар убил. Ну, сука, как она агрится, я просто стоял, блядь. Ты в груле гер также дал рассеивание. А чё, в массовое рассеивание не снимает цепи? Нет. А, ну ты не понятно. Бля, держи ее жопой куда-нибудь в одну сторону. Ну она меня просто откинула, я ее повернул. Или не, она откинула. Короче, что-то у меня. Блять, ну, на этого. Тербой висит. Просто. Вот эти цепи, да, когда мобка стоит, их надо сбивать. И тогда не будет таких вайпов. О, шо, бугешки. Че у тебя с маном? Ты где там? Че? Я, блядь, бегу нахуй. Идите, раздайте контроль. Какой контроль? Меня Валька нахуй убила, блядь. Подождите, блядь, хила мне тоже зовут, пойдемся нахуй. Лимон, я предупреждал. Ты тоже нить на. В чем проблема? У него инчант нет, походу. Причем ты инчант? А вы что, для продажи его не едите, что ли? Тогда как-то нелогично. Это долгая дискуссия, блядь. Я советую забить хуй на всю эту хуйню. Да. Потому что. Че там по контролю-то? Сука, ебаная Валька, уеби нахуй отсюда, стерва нахуй. Ты бы уже бочком обошел по стене. Опа, гоблин нахуй.
Блядь.